Всем доброе утро, ребята. Доброе утро. У кого вечер, у кого ночь, кто когда нас смотрит, да, еще у нас разные страны, у нас много подписчиков с других стран, там вообще время вот так вот все перевернуто, да. Вот. С добрым утром, короче, у нас на утро. Мама с утра мне еще голова так не соображает. Кушаем бутерброды. С колбасой, да. У меня колбаса, помидоры. Лена кушает вчерашнюю картошку, капусту тушеную. У нас есть кабачки и зелень. Вот такой вот. Вот. Чаек. Все, мы приятного. Мы с Леной мятный чай. Купи мне сегодня какой-то вот дешевый за 7 гривен. Клубничный или... Да куплю, вот, мать. Какой будет, куплю. Какая разница, семенный или... Мяту не могу. Или 10. Нет, просто я к тому, что это дешево, а не слабенький. Я люблю слабенький чай. Крепкий я не понял. Могу пить. Да, Елена? Елена, доброе утро. Ты все спят еще на ходу. Да, Лена вообще помятая. Так, все, садимся кушать. Лена, умываешься и потом приходишь, да? Все, приятного аппетита, спасибо, девчонки. Соника, ты бери, идешь гулять? Еву, пошли гулять. Бери ребенка. Ребенка, а бери. Ева, где Ева? Соня, вот Соня, Еву бери, да, пошли на улицу. Не, она не хочет ее брать на улицу. Она только что брала ее. А, блин, невозможно вывести. Папка вывел Соню на улицу, а она ничего не делает, там никаких дел. Она просится домой, кричит. Идем гулять. Да, Сонька? Сейчас я закрою дверь, Дон. Пошли. Я сама девочку поставлю. Это ребенок Сонин, да? Соня, о, мокрая вся. Да. Она вся мокрая. Смотри, как долго стоит. Ой, же мокрая. Ева. Долго, Соня. Как, смотри. Это Сонин ребенок. Да, Соника? Понесет его за него. Бери, пошли. Бросила ребенка. Здрасте. Будь хорошо, если она принесет твоего ребенка, эту игрушку. На, свою, блин, Еву. Все, неси. Неси давай. Ой, для чего я ее, блин, брала, скажи? Лен. Давай, ну, неси, пойдем. Неси. Неси. Все, пошли, Соня, пойдем. Пойдем погуляем. Ребенка своего выведешь. Ну, пошли, пошли. Пойдем. Знаешь, кажется, как будто она просто щенок, типа она его прикусила и думает, что он типа жив. Сонь, фу-ка! Нельзя, пойдем, пошли, пошли, пошли. Пойдем, пошли. Пойдем, Соника, пойдем туда, на стадион. Пошли, неси, неси. Пойдем. Смешная такая, слушай. Да, так, конечно, мы никогда не... Пойдем, Соня, пошли. Пошли. Пошли, пошли. Пойдем. Пойдем. Пошли. Она еще на Ласу набрасывается. Ласа просто входит в комнату, она не, на нее набрасывается. Пошли, пошли. Пойдем, Соня. Оглядывается еще, вы где? Пойдем сюда. Пойдем. Чувствую, мы в туалет искали. Пойдем. Пошли. Пойдем. Пойдем. Все, я здесь, здесь. И Лена здесь. Ты не одна тут. Пошли. Пошли. Что ты останавливаешь? Пойдем. Пойдем. Куда ты хочешь Еву положить? А? Пойдем. Соня. Пошли. Куда Еву? Не куда знаю. Деть? Не знает. Ну положи, положи куда-нибудь. Спрячь. Понесла домой. Куда ты ее понесла? Пойдем. Пошли сюда, Соня, пошли. Иди сюда, иди. Идем, идем. Пошли. Пошли, Соня, пошли.
Пойдем, пойдем. Давай. Иди. Все, пошли. Пойдем. Пойдем, вон под дерево спрячь куда. Иди в туалет сюда. Соня, иди сюда, иди сюда. Где-то есть. Все. Прячь Еву и иди в туалет. А что делать? Скажи. Она боится ее выпускать. Она никуда не убежит. Как бы кто не украл. Ну кто еще такой? Ну кто еще такой дурной украдет, блин? Что, Соня? Куда ты собралась? Домой. Отнести ее. Там спрятать. Ты куда? Деловая колбаса. Соника! Деловая колбаса попой крутит, знаешь. Держать ближе. Соня! Она ждет нас. Типа уходит, но ждет. Да? Соня, ты куда? Куда ты понесла? Блин, там машина, пап. Ничего там происходит. Нету там машины. Соня, куда понесла? Пойдем. Куда ты несешь ее? Не могу. Соня! Я же говорила, побежала домой. Соня, блин. Соня, ну куда ты несешь? Здравствуйте. Соня, блин, она ж... Давай Соня. Я возьму твою Еву. Все, пойдем гулять. Обратно. Пошли. Обратный ход. Пошли. На. Не, Соня, пойдем. Пойдем погуляем сначала. Соня, иди в туалет. Ай, блин. Я ей на ногу наступила. Понимаешь, она без меня не может. Все, нету Евы. Нету Евы. Пошли. Пойдем. Пошли дальше. Деловая колбаса. Конечно, ты на первый раз узнал этого и все ржака. Не дай бог нас дома. А Ева где? Бери. Надо зайти самой, а потом ее взять. Все. Заходи. Принесла? Сюда. Дома. Принесла. Небольшая заботка. У нас надо посылочки на почту занести и купить колбасы. Колбасой. Как же жить без колбасы-то? Вот такой вот. Мы у мамы были в гостях, попробовали колбаску. Очень обалденная. Вот и себе купили. Короче, ребята, Салтовский мясокомбинат называется «Фермерская». Она прям с салом, с мясом, как из настоящего мяса. Да. Стоит 160 гривен килограмм. Вот это вот колечко вышло на... 105 гривен. На 105 гривен. Вот так вот. Картошки взял. Почем картошка, не помнишь, да? Картошка по 15 на 70 гривен, это сколько? Ага. Ну, короче, да. Набрал. И квас.
Та-дам. И квас, вот эта бутылка вместе с бутылкой стоит 24 гривны. Угу. Отлично, Лена на улицу пошла гулять. Классно. Так, у нас обед, дома жарко. Жарище неимоверное, потому что я еще поставила пирог шоколадный на сыворотке, духовку. И летом выпекать, да, жарко из-за духовки. Да, как будто жарко. Камин, костер где-то горит, короче, греет. На обед мы кушаем бутерброд, будем пробовать эту новую колбаску. Вот, смотри, какая она, видишь? Да, она прям как будто кусочки, да, мяса. Очень, хоть, да. Нормально. Очень вкусная. Вот, она, не зря называется она домашняя. А, фермерская она называется. Она очень похожа на домашнюю колбаску. Mm-hmm. Вот, кабачки надо доедать. Кстати, вилки надо принести будет. И салатик. Папка попросил. Помидоры, болгарский перец, майонез. Все. Я чай не хочу, буду уже жарко. И компот. Я буду вот с этим вот. Кстати, мне понравился этот чумак. Да, мне Лене тоже. Лене категорически не понравился. А мне понравился. Можно сделать. Какая-то более натуральная вроде, смотри. Да? Смотри. Угу. Вот так вот раз на каждую берешь. Так. Делаешь. И красота. Красота, да. Да, вот так и буду есть. Все. Приятного аппетита. Приятного аппетита, мам. Ребятки, испекла я пирог на сыворотке. Представляете? Получился очень вкусный, обалденно. Но я добавляла какао, получился шоколадный пирог. Сделала там прослоечку шоколадную и сверху, ну, шоколадная глазурь и кокосовая стружка. Вот Леночка сейчас будет пробовать, пробы снимать. А ну-ка. О, мягкий такой вообще. Да. Мягкий-мягкий. Конечно, это целый кусок не съем. Ну, господи, ломай как-то поосторожнее, Лена. Ну-ка. Чё? Обалденно? Шоколадно? Смотри, он мягенький такой прям, на удивление вообще. Мам, я во рту держу, он тает. Да? Угу. А представь, если с чаем горячим будет, с теплым, вообще будет супер. Но он еще теплый, теплый сам по себе, его в холодильник надо поставить, чтобы он пропитался. Ну, короче, никто ждать не хочет, будем кушать пирог, да? Чё ждать-то? Надо вывезти хоть собачону нашу. Софью на улицу вывезти, она не хочет, потому что у нее там Ева ждет. Ева это ее щенок. Виртуальный. Соника, пошли. Прикол в том, что она за целый день ни разу в туалет не ходила, ни разу. Но она может сходить дома, да, Соня? Нет, не может. Пошли, идем. Исхудала какая-то, как велосипед, ты шо? Саня, ты не жрёшь же ничего? Уже третий день почти. Я сейчас вам печёнку поставила вариться. Попробуй быть печёнкой, да, не знаю. Идём, идём, это же вам плачет за ребёнка. Пошли, пошли. Пошли. Надо, пошли. Пошли. Пошли, Соня, пошли. Гулять на улицу, гулять. Ну что? Понятно. Боже, как она плачет. Обалдеть. Ё-моё, у меня уши закладывает. Ты что, пискля? Мама родная. Дерево большое спилили, ну, да? Конкретно. Прикинь, так жалко. А зачем они его спилили? Не знаю. Это кусто. Представляешь, сколько оно росло, да? Но. Конкретно. Жаль. Ты что? Потерялась? Ты домой зовёшь? Да, она домой зовёт. Дома дети плачут. Всё, идём, идём. Всё, идём. Идём. Пищит. Домой, там Ева. Где Ева твоя? Что делает материнский инстинкт? Да. Она певица. Да. Вытащил, да, на улицу. Наконец-то я мать вывел. Я дома зажарилась, засиделась. Сколько? Два дня сижу дома, короче, безвылазно. Сейчас солнышко село вроде. Да. Какая-то слабость у меня, как, не знаю, какой-то упадок сил. И жара, я зажарилась. Она говорит, пошли сходим над речкой, пройдемся, здесь там прохлада. Пришли, прохлады нет. Где обещанная прохлада? Где обещанная прохлада? Собака за нами идет, а мне ничего нет. На волков как похож. Да, да. Офигеть.
Молчара такой. Мы с собой не брали ничего. Ничего не брали. Хотя надо, тут еще на собаке забыла. Да, выскочили. Еще. Мы бы успели на закат, да Соня что-то там запищала. Ну, вывести надо было. Надо собаку, было вывести да. собаку, да. Слушай, это прикольно, гараж сделан на втором этаже. Цены нет. Смотри, я когда всегда прохожу мимо, смотрю, думаю, вот это, блин, класс. Есть, так, слушай, это как квартирка, блин, да, да. кондиционер. На втором этаже у них там квартирка. Это... Крыша дальше. Да, прикольно, и, да? А вон вообще с балконом, смотри, слушай, так это вообще и вид такой, да, на реку. Ага. А видос отсюда цены нету, да? Мать не поехала у меня эти руку, давай. Шлепки скользкие. Давай, что, держись померла? За меня. Что там? А я в шуме, вот там комментарий. И, кстати, не один человек написал за этот мой день рождения, за подарки. Угу. Что Сережа, Юлия, мол, нормальные подарки, там что-то подарит и все. И пишут там серьги, там, не знаю. Бижутерию, там, бусы, не знаю, золото, короче, серебро там. Так вот. Я не против, просто мать ребят, сама не а хочет. Я вообще к этому, ну, там, серьги, какие-то цепочки, браслеты, я к этому вообще, я, наверное, не такая женщина. Вот честно, равнодушно, абсолютно, вообще. У меня есть золотые серьги, я их одеваю сколько, раз в год? Ну да. И в этот же вечер снимаю, короче, потому что неудобно, не знаю. Ну, вообще, просто безразлично мне. Есть, нету, и мне оно мешает. У меня есть вот два кольца. Знаете, сколько им лет? Очень-очень много. И я их ношу просто из-за того, что, ну, как бы уже привыкла, и они просто есть, ну, не выкинешь. А, еще у меня был этот золотой браслетик, я его потеряла. Ну, я не расстроилась вообще абсолютно, кстати. Вот если бы я потеряла что-то там, я не знаю, сковородку, пошла и потеряла сковородку, я бы расстроилась очень сильно. А потеряла браслет золотой, у меня вообще по барабану. Был, нету. Поэтому для меня посуда, например, круче, какая-то сковородка, какой-то противень, там та же сахарница, она мне радует душу. Я до сих пор каждый день, когда делаю чай, вот, думаю, о, какая у меня красивая сахарница. Понимаешь? Ну вот такой у меня мозг какой-то. Так, потому что я полгода... Сказали же матери, выбирай любой подарок, ну, какой да, хочешь. Да. Да. Поехали, и мать сама выбирала, что ей мне надо. Нравится. Что для счастья нужно, а да, мам? А у меня как-то автоматом вот так вот спросит там, что тебе надо, и у меня сразу мысль, что-то кухонное, понимаешь? Ну, я считаю, это нормально, ну, ничего такого нет. Ну, да. Смотрите, как у нас красиво, да? Угу. Вообще шикарно. Места у нас вообще. Листва, да. А река сейчас как зеркало, да? Деревья просто сказочная, да? Да. Ну, да. Вообще класс. Началась опять жара. Надо собираться опять на море. И хочется на море опять, да. Где-нибудь к водоему. И вот мы думаем, куда поехать. Что мы только не перебирали, да? Да, в Рыбаковке посмотрели там места. Потом где мы еще смотрели? Затоку смотрели. Да. А потом морское железный смотрели. Порт, да. Железный порт. Да, ну бердянцы такие вот куроты тоже, ну как бы хотелось далековато, бы, но да. далеко, сильно далеко. За дорогу вымотаешься, пока туда доедешь, обратно, туда-то ладно. Да, еще. Кому поближе там к этому к Азовскому морю, да. Ну да. А у нас там ехать по 10 часов, ну мы как-то привыкли, например, 2-3 часа и на море там. Если бы самолет туда летал бы, да? Да. Это было бы 15 минут, да? Ну да. Ну, короче, не знаю, куда поехать. Дело в том, что мы хотим поближе, но проблема в этом вот сейчас море, да? Видели вот последние наши ролики с морем? Море зеленым стало. Вот. И мне комментарии недавно писали, что находятся там и на отдыхе, именно в Очакове, на Косе, и море зеленое. Вот. И некоторых блогеров мы сейчас просматриваем, кто ездит по морям, снимают видосы, показывают, что, как, где, почем. Вот. И то и дело, видишь, что море зеленое. Ну, короче, вот это Одесская область, да? Только смотришь видеоролик, например, «Железный порт», совсем другая картина. Все, вода, да, прозрачная, нормальная. Ну, то лучше, есть... скажем так. Ну, не фонтан, но лучше, да.
С каким-то Египтом не сравнить, если так смотреть. Ну да. По чистоте воды, да? Да. А мы так сегодня, мы же хотели, понедельник сегодня мы хотели сходить в турагентство, а, да, поспрашивать точно. Цены, забыли. Забыли, да. Завтра когда жара, ничего сходим. Не помнишь уже. Начинает клинить мозг, да? Да. Пойдем, пройдемся, мать. Вон. Да, точно. По берегу, по скалам. Друг завтра поедет в Черноморку, как раз на базу «Чайка», где мы были. О, мы ему позвоним и узнаем. Да. Какая там вода? А ну, пойди-ка глянь, вода зеленая или нет? Мы уже будем думать. Там рядом это самое, Рыбаковка. В Рыбаковке мы еще давно не были. Очень давно. Я в Рыбаковке была вообще, блин, наверное, последний детстве, раз, да? Мне лет, ну, может, 10 это максимум было. Да, Женька маленькая была, ей лет 5. Не 10, где-то примерно вот так вот. Вот в детстве я была. Вот. Ну, мы жили по путевке, мама же на станции работает. И давали там по дешевке путевки. Мы ездили там на 20 дней, там на 14 дней. Вот. Ну, как бы в детстве нормально было, нормалек. А прошли годы, хотелось бы тоже посмотреть, что там творится. И нам не раз, уже раза три писали, да, что ездили. Ну, да. Нравится, то есть людей немного, так как семейный мы отдых, хотим. Тихий, да, да, да. А вот. Ну, единственное, что переживаем, мы уже звонили. Там, кстати, цены ниже, чем в Коблево. Гораздо, да? Гораздо. Такие же примерно, вот. Как да. На косе на Черноморском. Да. Не, ну, есть дороже там. Да. Мы вон звонили, нашли номер. Вот на Чайке, где мы живем, видели, да, где вагончики, просто там три кровати и холодильник, да, угу. Стоит 180 гривен с человека в этом году. Вот, а позвонили в Рыбаковку, такой же номер, тоже 180 с человека, то есть на троих 540, да. Только с туалетом. Только с туалетом, с умывальником, угу. По-моему, кондиционер или что-то такое. По-моему, кондиционер, телевизора нету. Нет или что-то такое. Там ни телевизора, ни кондиционера. Я не помню. Туалет, умывальник, да, они и не нужны. Эти, нет, туалет, да. Это уже классно. У ну нас... что такое? Я, например, да. Есть люди, которые не могут после моря, вот с моря вылезли, и надо обязательно обмыться. Угу. Потому что там, ну, то раздражение от соленой воды, то кожу сушит, там еще что. У меня такого нет. Я абсолютно себя нормально чувствую. С моря вылезла, я могу в душ аж вечером сходить, то есть меня не стягивает кожа, ну да. Нормально. А я когда-то был там 3 месяца, по-моему, или ну 2,5. Ну, работал когда. Когда работал, да. Вообще не мылся. В море. Купался в море, да. Да, да, да. Мочалка, мыло. Мочалка, короче. Мыло. Голову намылил. В соленой воде. Нормально вообще. Ну да, никакого раздражения. Да. У меня нормально кожа реагирует. Разная кожа есть. На морскую воду. Для меня, например, унитаз гораздо ценнее, чем душ. А тем более, если есть умывальник, ну там же унитаз и умывальник. А умывальник есть, в умывальнике тоже можно помыться. Взял какой-то тазик, все ж мы люди, тазик набрал и вперед, да? Все равно, да. Как-то можно. И ведро, да, и ноги... воды набрал и так на себя, так, баба. И ноги можно помыть в тазике, набрав с умывальника, правильно? Ну да. То есть унитаз, это вообще, это цены нет, как говорится, унитаз. Особенно, когда в железном порту я отравился, помню. Чебуреком. Все, да, чебуреком. И мне всю ночь нужен был унитаз. Ты что? Я несколько раз перекрестился, значит, думаю, как хорошо, что мы номер взяли, блин, с туалетом, блин. Да, блин, а что все бывает, блин. Да, все в жизни бывает, да. Куда денешься. Тем более море, там эти кушаешь. Продукты, вот эти жара, продукты, да. Да. У каждого, наверное, в жизни такое было. Ну, конечно. Когда думаешь, боже, за что мне это? Жара вроде спадает, не да, мам? Не знаю, отец. Не чувствую. Я почему-то горячая вся. На дачу ехать пока, на, да? А на даче по-любому, там вообще все, солнце начинает садиться, на даче этот самый. Все прохладно. Ветерочек прохладный, да. Здесь как-то такого нет. Да. Ой. Ну, завтра уже эти саленблоки придут. Я заменю и все, рвем на дачу сразу. Ну, от, да. Оттуда уже на море, да? Да. Решим. Сегодня еще посмотрим, полазим. Мы еще, да, планируем. Ну, возможно, мы такие внезапные люди, что, может быть, даже и в конце недели мы сорвемся и поедем. Да. То есть, все может быть. То есть мы, грубо говоря, на сумках. Да. То есть собирать сильно ничего там не будем, я думаю, да? Да, да. Не знаю, хотя я мультиварку хочу взять. Ну, возьмем. Пригодится. Зачем машину поставила, она да. Не бросит, стоит себе в машине. Не на спине ж тащишь, да? Да, да. Возьмем, мать.
Ты же знаешь, что я без готовки не могу. Мне уже не раз писали, как это так? Был такой комментарий, когда мы на море были. Это не отдых на море. Как это и приезжать на море и готовить, типа? Но я ж не себе как бы напряг, я потому что я действительно до такой степени привыкла, что я не могу. Но я всегда говорю, мать, давай мы ничего не будем брать, будем питаться. А я вот не могу, такая болячка да. У меня за годы выработалась, видно. Я не могу, мне обязательно хоть что-то надо, хоть ужин, что надо приготовить. Так, куда идти, говори? Пойдем сюда. До церкви? Да. Встанем, перекрестимся и пойдем дальше. А это какая церковь-то? Ну, не христианская, по-моему, или баптисты, или пятидесятники. А они крестятся? Такое. Да, все вроде крестятся, да? Только там двумя-тремя перстами, в этом разница. Я не знаю. Может, кто-то и не крестится. Во все конфессии не вникнешь никак, это надо изучать этот вопрос, он мне нафиг не нужен, как бы. Я серьезно не отношусь к этому. Фу. Все, ребятки, у нас ужин. Мать зажарилась, блин, хоть бери, завтра на дачу едь. Да, завтра я там поедем. Я не так страдаю, меня. Наверное, да. Сделаю машину, думаю, вечером уже на дачу. Ой, поеду. Просто вообще, короче, ни про отдыху, ни ничего. Я надеюсь, что завтра все получится по-быстренькому. И поедем, мать. Да. Там так. Похолоднее, да. Ужинаем, у меня уже башка не соображает. Супчик кушаем, папка так и не пробовала еще до сих пор. Уже все, кастрюлю доели. Там Ленина завтра на обед немножко осталось. Лена в восторге от такого супа, ей очень нравится. Что у нас? Два яйца. Пыталась смятку, но я отошла к компьютеру, короче. Не знаю, да что нормально, получилось. Все не переживай. Колбаска, сало, кабачки доедаем. И все, в принципе. Хлебушек. Да. Так что вполне вероятно, что завтра мы можем оказаться на даче. Мы такие, у нас даже когда-то было и не раз, что мы посреди ночи собирались, Лену будили и на дачу ехали. Да, да, какие-то годы было, такое, когда да. Жарище было. Так что мы такие же можем и посреди ночи. И мать скажет, все, не могу, и сядем и поедем на дачу. Да? Вот, ребят, на этом будем прощаться. Всем огромное спасибо, что вы с нами. Огромное спасибо за многочисленные комментарии. Всем спасибо, кто посмотрел ролик наш, который мы выложили, «Наш взгляд назад» называется, это какими мы были, молодыми, красивыми, симпатичными, много комментариев и много, но все равно кто-то умудрился, блин, дизлайки поставить, представляешь, вот люди есть, знаешь, порадоваться за нас, то есть это нам память такая. Всем нравится невозможно, мне тоже нравится видеоролик, сесть, вспомнить все это, как было, хотя вроде думаешь, что было вот недавно, я Лену качала, пела колыбельные, уже деваха какая. Выросла, да? Жизнь, к сожалению, быстро проходит. Да, всем огромное спасибо, что посмотрели, всем спасибо за комментарии. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.